Столичные и подмосковные власти приготовили подарок жительницам и гостям Москвы и Московской области. В честь Международного женского дня 8 марта представительницы прекрасного пола смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Об этом известил общественность губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сообщение появилось в Инстаграме губернатора. В нем говорится, цитата, «Мы с мэром Москвы договорились сделать общий подарок нашим дорогим женщинам. 8 марта проезд для них в общественном транспорте и электричках, кроме аэроэкспресса, будет бесплатным». Конец цитаты. К этой акции уже готовится муниципальный транспорт. По поручению губернатора этот вопрос на рассмотрении администрации находится. То есть, если перевозчик и администрация принимают решение принять участие в этой акции по предоставлению бесплатного проезда, они принимают участие. То есть, троллейбусный парк наш совместно с администрацией нашего городского округа принял такое решение, что мы принимаем участие в акции по предоставлению бесплатного проезда. Соответственно, в троллейбусах проезд бесплатный 8 марта. Покупать билеты не нужно будет на автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и пригородные электрички. В метро женщин будут пропускать сотрудники метрополитена. В автобусы и троллейбусы вход будет свободным. На электричках, чтобы проехать бесплатно, необходимо будет обратиться в кассу и оформить пропуск. К сожалению, коммерческий транспорт данным не участвует. И наше предприятие МУП-Видновский троллейбусный парк готов 8 марта предоставить право бесплатного проезда всем женщинам. Также Андрей Воробьев сообщил, что в несколько подмосковных музеев вход для женщин и детей будет бесплатный. Правда, если вы соберетесь в один из них, следует уточнить этот нюанс. Например, как нам сообщили в пресс-службе музея-заповедника Горки Ленинские, так как учреждение является не областным, а федеральным, вход и на его территорию, и на экспозиции останется платным.